Черемшина. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Черемшина. Сто двадцать пять, 360, 475. Не сметь. Это на десерт. Клади обратно. Ребята, может быть, по стаканчику? Мы не пьющие. Проезжай, проезжай. Давай, давай. Подумай. Он нас не знает. А теперь чай. Экстра. Прошу. Спасибо. Будем! Подожди, стой, дорогой, стой! Без меня не начинайте!
самогон. Ой, как больно. Ой. Наш лимонный торт. Вот они, пьяные! Ча-ча! Доктор, доктор, мы не пили. Мы не пили, мы не пили. Не пили, мы вылили, вылили. Вылили? Да, вылили. Он кто-то, он не с нами. Значит, чачу выливают? Понимаете, мы купили... Лимонный. Да, лимонный торт. Подожди, подожди, подожди. Мы нашли ровное место. Да. Сошли с дороги и сели. Ну, разве мы пьяные? Ну, разве мы пьяные? Смотри, разве мы пьяные? Пьяные. Охотно вам верю. Но у нас медицинское учреждение и метод научный. Молодой человек, вы не пьяны? Кто? Я? Да, вы. Что вы, доктор? Я в жизни не пил спиртного. Я 20 лет работаю в этом учреждении, еще никто никогда не признавался, что он пьяный. Я пью только чай, лимонад и чай. Значит, вы трезвый? Совершенно. Хорошо. Вот вам нитка, вот вам иголка. Пожалуйста, проденьте для меня. Для вас с удовольствием. Спасибо. Хорошо. Трезвенник, видали? Прошу на процедуру. Здравствуйте, Давлянидзе Шотабегларович. Чем могу быть полезен? Директор второго винзавода. Слушаю вас. Очень серьезное дело. Вам, наверное, известно, какой в этом году небывалый урожай. Да, известно. Мы даже не успеваем давить виноград. Вы знаете, что нам пришлось сделать? Нет, не знаю. Мы залили материал цинандали в открытый резервуар. Вы понимаете? За каждый час... Вы слушаете? За каждый час открытого хранения мы теряем 0,02 градуса. У нас страшный голод на кадр. Так? Совершенно не хватает рабочих рук. Мы хотели бы попросить студентов, но вы сами понимаете, студентов допускать к винограду нельзя. Я хочу встретиться с вашими пациентами. Дай штаны. Пошел вон. Не имеешь права? Нет. Конечно, с теми, которые уже прошли процедуру вытрезвления. Я вас понял. Что же делать? Придется пойти вам навстречу. Прошу пройти со мной. Какой позор. Какой позор. Что скажут в коллективе? Иди на базар. Торт. Я очень люблю торт. Идеал. Лимонный. Давай купим. Купили? Вот они подойдут? А чего же? Подойдут.
Серьезные ребята. Друзья, завтра суббота, послезавтра воскресенье. Я хочу пригласить вас на работу к нам на винзавод. Интересная работа. Хотите ли попробовать продукцию текущего года? Мы на работе не пьем. Мы вообще не пьем. Будьте любезны, пройдите процедуру. С удовольствием. Спасибо вашему тресту. Молодцы. Молодцы, что пригнали машину. Пожалуйста. Ребята, оставьте бочку. Займитесь синандали. Немедленно отправляем на фильтраж. Фильтраж. Хорошо! Давай. Хорошо! Ну, давай, хорошо. Еще давай. Иди вперед. Иди. Хорошо. Еще полметра. Стой. Эй, где вы? Что случилось? Где вы? Люди тонут в вине! Помогите! Кто тонет? Симпатичные! Какие? Мы поедем, мы помучимся на ленях утром ранним и отчаянно рвемся влево.